юбилейный год, 25 лет нашему агентству, был приглашен фотограф из Москвы, Артур Александрович Демченко. Он работает в сфере фототехники, фотографии, снимает для журналов, да. Мы с ним познакомились, я приобретал технику, фото. И с ним так он, человек-казак, вообще-то, привез он подарки нам, агентству в Абхазию, больше 20 книг о фотоискусстве. Здорово тем, что мы находимся немножко в пространстве таком ограниченном, и такие встречи полезны. И мы будем их проводить еще будут, когда приезжают журналисты, с кем-то договариваться, и будем говорить о фотографии, это искусство. В Абхазии я уже 5-й раз, и это давняя любовь постоянная к Кавказу во всех его проявлениях и ко всем регионам. Володя решил, что грех не воспользоваться моими знаниями и профессиональными навыками, и решили провести некий круглый стол, на котором можно было бы обсудить много проблем, что касается по фотографиям. Люди пришли, мы с удовольствием пообщались, чай попили, вспомнили интересные истории и те тенденции, которые на сегодня очень важны. Это и этика фотографии, и технические стороны, взаимоотношения между собой у фотографов, это конкуренция, дружба и все остальное.